Джонни Депп устроил сюрприз ученикам начальной школы «Меридиан» в британском городке Гринвич, где как раз проходят съемки четвертых «Пиратов Карибского моря». Джонни пришел на занятия к детям в образе капитана Джека Воробья. Приезд актера именно в эту школу был не случайным. Ее ученица, 9-летняя Беатрис Дилеп, написала капитану Джеку письмо с просьбой помочь ей организовать бунт против учителей и захватить с собой для реализации плана парочку друзей-пиратов. At Meridian Primary School, we are a bunch of buzzing young pirates, and Я написала: «Капитан Джек Воробей, мы тут в школе Меридиан начинающие пираты, и у нас возникли проблемы с организацией бунта против учителей. Было бы здорово, если бы ты приехал и помог. Беатрис Дилеп, 9 лет, начинающий пират». Джонни Депп сообщил в школу о своем приезде лишь за 10 минут до визита. Когда капитан Джек вошел в здание в компании друзей-пиратов, поднялся настоящий ажиотаж. Дорогих гостей встретили аплодисментами и пиратскими песнями. Джек Воробей показал всем письмо, которое прислала Беатрис, вызвал девочку из толпы учеников и немного с ней пообщался. Он сказал мне, что, может, нам сейчас не стоит устраивать бунт, потому что на улице за ним следит полиция. Напомню, что Джонни Депп не первый раз навещает детей в образе Джека Воробья. Так, уже несколько лет он ежегодно приезжает в одну из лондонских больниц к тяжелобольным малышам, где общается со своими маленькими фанатами, дарит им подарки и жертвует на развитие больницы крупные суммы денег. Ольга Белик для TV2Go.